УЗИСКИРЬ будет подчиняться одной структуре, лаборатория будет подчиняться другой структуре, терапевты третьей структуре, у них начинается вот такая фигня. Раньше они все подчинялись Тураевой, а теперь они все расползаются. С 3 октября у них реорганизация заканчивается. Поэтому слухи о том, что закроют лабораторию, это неправда. Но раньше они возили в Москву анализы, а теперь они возят их в Винное. Вот. Что будет хуже, я знаю точно. Ну, потому что, когда мы все местные здесь между собой там какие-то вопросы решаем, а теперь они все, как весь район.